Торжественный митинг состоялся на Ленинградском судостроительном заводе имени Жданова. На его стапелях построено научно-исследовательское судно «Космонавт Георгий Добровольский», названное так в честь командира космического корабля «Союз-11». На праздник кораблестроителям приехали прославленный полярник Папанин, летчики-космонавты СССР Титов, Хрунов, родные и близкие героя космоса Добровольского. Новый научный корабль построен в сжатые сроки. Оснащенный первоклассным оборудованием, он скоро выйдет в океан для работы с искусственными спутниками Земли. Вымпел Академии наук СССР взвился еще на одном исследовательском корабле – космонавт Георгий Добровольский.